компания BMW объявила о начале пиар-кампании нового поколения кроссовера BMW X5 2019 модельного года. Цель данной кампании заключается в том, чтобы доказать потенциальным покупателям, что новое поколение X5 – это не прежний паркетный кроссовер, боявшийся грязи и разбитых дорог, а настоящий покоритель дикой природы, которому не страшны ни песок, ни горы, ни снежная целина, ни коварные болота. Машина построена на новой платформе Clark, для которой инженеры BMW создали абсолютно новое шасси и подвеску. Кроме того, новое поколение X5 получило уникальный внедорожный пакет, который, как заявляет пресс-служба компании BMW, простым нажатием на кнопку полностью перенастраивает работу всех систем под условия езды по снегу, песку, каменистому покрытию и грязи. Высокая надежность и эффективность внедорожного пакета получили подтверждение на тестах в самых различных уголках нашей планеты, включая Заполярье, Швецию, Южную Африку и США. Кроме того, новое поколение X5 проходило специальные скоростные испытания на автодромах в Германии, Испании и Америке. На первом этапе X5 2019 модельного года будет прилагаться покупателям с двумя турбовыми бензиновыми моторами, двухлитровым мощностью 248 лошадиных сил и трехлитровым мощностью 335 лошадиных сил. Ну а версия X5M получит мотор мощностью 592 лошадиных сил. О дизельных моторах пока ничего не известно, так как целый ряд европейских стран уже стали вводить запрет на их эксплуатацию. Презентация нового поколения кроссовера BMW X5 может состояться либо на специальном мероприятии в июле, либо осенью на парижском автосалоне. Но в продажу машина поступит в конце этого года.